привет. Меня зовут Стас. Я живу в городе Рубцовске. Мне 20 лет, и впервые за 20 лет я осознал, что наша жизнь очень жестока. Все происходит не так, как мы планируем. Боженька нас наказывает. В общем, я и мой Мишка хотим рассказать вам мою историю. А моя семиструнная малышка поможет мне в этом. Я пока только учусь, только, ну, в общем, могу ошибиться. Как-то утром в холодном поту проснулся я, почувствовал беду. И абсолютно я не ожидал подвох от друга. Он выложил видео, где я сру. Боль, о, боль. Ведь я там такой убогий, а просмотр уже 1006. Боль, друг, как мог быть таким жестоким? Зачем в контакте, если Ютуб есть? Бесполезные просмотры. Я страдаю, мог на партнерку заработать. Спустя 3 месяца в инете открылся паблик Рубцовский. Я самый днищевский народ. И те люди бесятся, что попались на фотках с бухлом, страйком, ягуаром и прочим говном. Но в холодном поту проснулся опять, ведь я же тоже люблю бухнуть. Боль, компу бегу опять, и как ножом в грудь. Я попал на дно Рубцовска. Я плохой. Я попал на дно Рубцовска. Я плохой. Ты назвала меня Рубцовском. И ушла. Я тебя хотел уломать на нару. Берегись интернета.